Всем привет! Вы на канале Зубр, российский инструмент. Сегодня я хочу познакомить вас с углошлифовальной машиной торговой марки Зубр, модель УШМ-П230-2600ПВСТ. УШМ предназначена для работы с дисками максимальным диаметром 230 мм, мощность УШМ 2600 Вт. В данной модели применено большинство вспомогательных функций, возможных для инструмента этого типа, а именно плавный пуск, поворотная рукоятка, антивибрационная система, бесключевой кожух. Но главное, в данной УШМ реализованы автоотключение счетов при их износе, электронная система поддержания оборотов при изменении нагрузки, система антиклин, которая распознает заклинивание диска и отключает инструмент, и полная пылезащита. Это лабиринтное уплотнение всех подшипников, дополнительное бронирование ротора и статора электродвигателя и максимально пылезащищенный выключатель. Позиционируется в серии «Профессионал», гарантия производителя 5 лет. Упакован в надежную информативную коробку, на которой указаны технические характеристики, комплектация, краткое описание. Давайте откроем. Проверим комплектацию. УШМ. Дополнительная рукоятка. Кожух защитный. Ключ. Инструкция по безопасности. Руководство по эксплуатации. Щетки. В комплектации они не указаны, но они прилагаются. Обращаю ваше внимание, щетки большие, мощные. Сама УШМ. Ощущается мощь и достаточно солидный вес. Весит она 7,3 кг. На УШМ можно установить оснастку с посадочным диаметром 22,2 мм или внутренней резьбой М14. Для крепления, как обычно, используют два фланца. Данные модели, они специально изготовлены из разных материалов. Это препятствует прикипанию диска при больших нагрузках. Для этой же цели на нижнем фланце установлено резиновое кольцо. Обращаю ваше внимание, под нижним фланцем расположена крыльчатка лабиринтного уплотнения, не позволяющая пыли проникать в редуктор по валу. Блокировка шпинделя для замены диска. Полезная вещь – резиновый упор, так как при перерывах в работе УШМ, как правило, кладут на пол.
конструкции УШМ данной линейки есть интересная особенность. Саму голову можно установить в 4 разных положения. Как это сделать, я вам сейчас покажу. Для этого откручиваем 4 винта. Оттягиваем голову от корпуса и поворачиваем в нужном направлении. После чего винты устанавливаем обратно. Это позволяет более удобно настроить инструмент при работе. Дополнительная рукоятка для лучшего хвата обрезинена, может быть установлена в двух положениях под углом. Это позволяет более точно контролировать инструмент во время работы. Кожух устанавливается без ключа. Для этого необходимо отвести фиксатор до упора назад, совместить выступы на кожухе с пазами на УШН, одеваем, поворачиваем в нужное положение, фиксируем рычагом. При необходимости изменить положение, освобождаем рычаг, поворачиваем в нужное положение, фиксируем. Для замены щеток предусмотрены два окна. Благодаря этому пользователь может самостоятельно заменить щетки, не обращаясь в сервисный центр. Делается это очень просто. Откручиваем винт. Открываем крышку щеткодержателя. Перед нами видна щетка, установленная в колодец. Снимаем контакт, оттягиваем пружину и устанавливаем новую щетку в обратном порядке. Закрываем крышку, закручиваем винт. Задняя рукоятка может быть установлена в три положения с шагом 90 градусов. Для этого необходимо нажать на кнопку и повернуть в нужном направлении. Сама ручка отделена от корпуса специальным виброносящим кольцом, то есть при работе вибрации на руку не передаются. Выключатель большой, с защитой от случайного включения. Для включения необходимо отодвинуть рычаг блокировки, нажать. Для фиксации
во включенном состоянии рычаг необходимо дожать до упора. Для выключения достаточно просто нажать на клавишу. Шнур резиновый, морозостойкий, с фирменным логотипом Зубр. Его длина 3 метра. Явно виден плавный пуск, что позволяет раскручивать мощный мотор без опасного рывка. Частота вращения 6500 оборотов в минуту. Напомню, что при изменении нагрузки специальная система будет поддерживать обороты постоянными, а в случае заклинивания диска выключит инструмент. Итак, профессиональная углошлифовальная машина Зубр, модель УШМ P230-2600PV-ST. Данная модель является самой мощной. В линейке есть другие модели УШМ другой мощности, по другие диаметры дисков и даже с регулировкой частоты. На этом у меня все. До свидания. Всего хорошего.